Полиция разбирается в обстоятельствах инцидента с нанесением побоев известному блогеру Тамаеву. 24 августа 2022 года в Ленинский отдел полиции поступило сообщение о том, что в 17:10 по проспекту Гамидова в Махачкале на парковке возле торгового центра 28-летний житель Махачкалы в ходе возникшего скандала нанес побои 21-летнему жителю Москвы, сообщает пресс-служба МВД республики. Сотрудники правоохранительных органов установили местонахождение подозреваемого и доставили его в отдел для разбирательства и установления всех обстоятельств произошедшего. По факту нанесения побоев отделом дознания полиции по Ленинскому району Махачкалы собран материал для принятия процессуального решения, говорится в сообщении. Напомним, видео с конфликтом накануне получило широкое распространение в соцсетях. Сам пострадавший заявлять в полицию не стал и попросил не придавать произошедшему межнациональный характер.